Друзья, доброе утро всем. Солнышко, тепло, ветра нету, плюс 14. Красота. Вчера дуло и было пасмурно. А сегодня солнышко. Нужно теплички с утра открыть. Я пришла сегодня убирать здесь огурцы. Все, видите, с огурцами полный трындец. Думаю, что больше их не будет. Ну как, сегодня уже 27 сентября. Все, ну как бы вот есть маленькие, но от листьев тут ничего не осталось. Поэтому я все-таки решила их убрать, чтобы не расплодить вот эту вот нечисть, которая на листьях. Да и огурчики завязываются и сохнут сразу. Вот этот вот единственное, может, оставлю, он что-то так зелено выглядит. Ну, посмотрю. Вон. Посмотрю, единственное, что перцы, вот перцы, да, перцы прут. Маленькие-маленькие, очень много их. Конечно, они и болеют, но в то же время они завязываются. Больные надо убрать. Ну, пусть постоят сколько. Все равно я зеленушку от перцев я даю курочкам. Они ее хорошо кушают. Они вот ломаются вот так вот. И я даю. Гражданочка, ты что тут делаешь? Ты вообще, что ли, оборзела? Ой, ну нагло, эти улитки везде залезут. И теплицы в том числе. Да, надо выбросить. Ну, в общем, я убираю огурцы. Потом вам покажу, как получилось. Как убираю, уж не буду показывать, все умеете. Тачка. И пустота. А это мои перцы, видите? Перцы ростом с меня. Перцев маленьких, много тут завязывается. Ну, тепло сейчас на улице, может, они еще и подрастут. Большие я собрала, маленькие оставила. Лусеньки. Вот такая вторая теплица. Здесь я еще ничего не делала, только-только собрала огурцы больные. Все, надо убираться, прибираться и скапывать. Они все поражены были плей последний вот месяц. Ну, не месяц, сколько они, 2 недели, видите, все поразилось. Я их обрызгивала, но это бесполезно. Покупала фитоверм, а бесполезно, ничего не помогает. Они уже здесь, уже на стадии, короче. Несу персик сажать. Выкорчивали там один пень. Теперь можно посадить эту. О, боже мой, он стоит у нас 2 дня уже. Ждет луночку. Смотри, какой еще богомол на нем. Оттуда, видать, приполз. Ага, вообще. Ну надо же. Ой, артист. Так, смотри там, чтобы место прививки выше земли было. А где? Тут нет прививки у них. Как это нету? Есть, вот она. Ты чё? Дерево-то на привитую. Так, на уровне вон той яблоньки, чтобы... Куда ты? Ну смотри, уровень яблоньки где? По-моему, так. Ну, вот так. Ну, я так и смотрю. Чё, не упал? Всё, держишь. Да? Смотри, смотри такой. Привет. Что ты тут? Запоздалая богомолиха. Не стал убирать эти корни? А? Сгниют? Сгниют, конечно. Осторожно.
Че, подружка, будешь жить на нашем персике? Скоро зима, что будешь делать? Почему у тебя нету до сих пор жениха? А? Что ж ты так запоздала-то? Все уже коконы отвешали, а ты все тут сидишь. Зелененькая. Все вроде стоит. Так, подожди. Чуть-чуть вот так. Да, потом еще надо будет это, палочку к нему, Олеж. Иначе он упадет ветром и сломает его. Молоденький, слишком тоненький. Ну, и привяжем. Вот так хватит. Присыпешь. Верхушку, если вот так вот, ну, вот так до середины его отрезать, а вот эти уже пойдут боковые, они нормальные пойдут. Как бы чашей будет дерево. Понимаете, что? Когда мы купили первый персик, нам прям питомники взяли, чик-чик-чик, все пообрезали. Вот. А сейчас надо его обрезать, привязать. Так, чтобы ствол не перетерся, нужно вот, вот такой вот, ну, для утепления труб или для защиты труб. Вот так вот берете, где-нибудь вот здесь вот. Ее делаете и веревочкой привязываем к палочке. Ее фиксируем, но уже никуда не денется. Будем держать дерево, а веревочку к палочке вот так вот. Видите, как все. Здесь она никогда не перетрется. Так, ну и нам нужно, конечно же, обрезать персик. Обязательно обрезка, обязательно нужно. Наверное, вот здесь вот, вот и вот из этих вот пойдут уже новые побеги. Так, делаем обрезку. Вот смотрите, здесь вот, вот эти вот хорошие веточки. Вот так вот наискось сделаю. И нормально, я думаю, будет. Или еще выше, прям не знаю. Где сделать ему вот эту вот. Персики обычно невысокие. Так страшно, конечно, такие вещи обрезать. Но я это сделаю, потому что это очень нужно дереву. Все, персик мы посадили. Обрезали макушку. Из этих вот веточек. Ну, здесь немножко поломано, ничего страшного. Но они... Какие наберут силу, из тех будут уже персики. У нас будет свой красивый сад. Там у нас первый нектарин мы посадили в прошлом году. Это яблонька, она здесь была, молодая, хорошая яблонька. А это персик. Здесь, возможно, еще что-то будет сидеть. Уберем этот вот корень и посадим. Тот ствол тоже выкорчеваем и персик тоже выкорчеваем, который мы спилили. Этот нектарин хороший. Это груша. Ну, слава богу, хорошая она в этом году. Дала урожай после тумаков. И так, груша замечательная. Все эти деревья, все хорошие. Персик, груша, абрикос, две яблони, две черешни. И там еще две молодые, которые посадили бывшие хозяева. И вот эту черешню мы посадили. Очень крупные, здоровые ягоды у нее. Поэтому будем ждать своего молодого сада. Здесь уже обрезано, видите, вот здесь вот, видать, было обрезано, мы не стали ничего обрезать, и вот она пошла, красавица. Чапик вылез, видать, пошел посохнуть, я его хочу взвешать. Все, Пуля, подожди, не убегай, дай я тебя взвешиваю, дай ему хорошенький. Давай. Не убегай. Чапик, подожди. Смотрите, 598. 98 грамм он набрал за лето. Весной он был 500 грамм.
Сейчас, подожди, я тебя выпущу. Я тебе еще хочу на спинке нарисовать меточку. Да сейчас перевернешься. Подожди. Да подожди. Тут, блин, хвостик заморал. Это как этот-то. Сейчас. Все, сейчас пойдешь. Все, мы его пометили, это наш чепик. Пометила его немножко, что его вообще не видно в траве. Я ему лаком. Я ему уже один раз рисовала, она отпадает у него, эта штучка. Смывается водой или как уж он. Всяко разно бегает же. Ну, вот сейчас будет лазить. 598 грамм стал вешать. Вы посмотрите, он справился с этими деревьями один. Все, что я смогла, я только помогла вот это немножко. Короче, из меня выкорчевывальщик никакой. Папульчика все сам сделал. Вон какие деревья. Вообще. О, ветерочек поднялся. Небо. Вообще всю неделю обещает солнце. Но надо собирать грушу. Иначе она вообще все упадет. Груши, видите, какие. Ведерочка чапиков, червячков ему собирали, а он не ест. Что-то он так рано каркает нам зиму-то, я не пойму. О, посмотрите, у меня какой цветочек тут. Сентябринки, наверное, раз в сентябре расцвели. Сами тут выросли. Так что вот так вот. Теперь нам нужны саженцы. Мы планируем хурму. Вы видели, мы смотрели хурму. Ну, мы не знаем какую, а сейчас нам написала там одна подписчица, что нужно смотреть яблочную или шоколадную, что ли. Так что будем смотреть. Возможно, купим. Смотрите, как фацелия взошла. Интересно, да? Вон она вся пучками. Там. Где моталась такая грязная. Смотрите, какой у нас орешек поспел, наш первый орешек на том дереве, который мы пересадили. Как его показать-то вот так? Не видно, наверное. Давай теперь собьем его и в руки покажем. Он раскрылся. Угу. Вот какой. А что он такой острый? Ну, такой сорт, видать, такой острый. Сорт, да. Ну вот. Первый орешек наш. Попробуем его на вкус. Попробуй.
Сколько лишь груш? Ну давай собирать их уже. Посмотри, какие груши. Прям так жалко. Ну, так это вчера я здесь собрала, не было ни одной груши. Сегодня прихожу, их тьма тьмущая. Я-то просто покушать сейчас вот возьму. Вот эти вот вкусные. Угу. Прямо жалко. Шкурупа не толстая. Не толстая? Нет. Я только ударил. Ой, какой беленький. Видишь, руками ломает. Ну, хороший, наверное, сорт, да, раз он с такой шкарлупкой тонкой. Руками ломаю, успокой. Надо было вообще его попробовать не молотком, а раздавить. Ну, да. Руками. Ну, ладно, в следующем году будет новый груш. Знаете, мама, пробуйте. Красавчик какой. Первый наш орешек, драгоценный. Смотрите, какой.